я вот как кошка Лана со своими три в ряд. Я ни о чем не думаю, я просто хожу. Отстань от моих игр на телефон. Ну, посмотрите, ну, он действительно не похож на лягушку. Ну, где же эта лягушка? Ульян, а давай... А давай мы не будем с ним записывать. Давай удалим Лёшу из беседы. Давай. Давай. Ну, привет. И совсем недавно мы с ребятами мыли рыб, а сегодня мы будем мыть лягушек. Мыть лягушек? А это прикольно. А еще вот эти, вот смотри, вот тут вот спринт, да? Вот тут вот, да. Вот прям такую лягушку, знаешь, хочется взять щеточку и так вот чистой вот так вот по голове вот так вот, знаешь, прикольно. Лягушкой. Не, лягушку, щеткой. А что я не так сказал? Ты что? Да я просто, ну, я решила уточнить, просто для себя. Ульян, Ульян, хочешь покажу тебя, Ульян, вот это ты. Где? Нет, ты добряк, ты добряк. Я думала, правая. Ну, ну... Нет, я просто... А правая, знаешь, на кого похожа? Знаешь, на кого похожа? На драгонфрут похожа. О, реально, реально похожа. Лягушка драгонфрут. Ого, ого. Прикольно. Кстати, так, давай уже мыть. В каком-то смысле похожа на дракона. Это я после магазина. Просто в пакете сидит. А кто тебя чмокнул в щеку, смотри. Там разве чмок в щеку? Ну, будто бы да. О, да. Сиша, видать. Это из-за того, что я очень много накупил всего. Она такая, слушай, ну спасибо тебе. Вот так вот. Ой, блин, Ульян, мы не видим твоих лягушек. Ульян, лягушек нет. Они прикольный, прикольный звук издают. Лягушачий? Какой-то такой. Лягушей. Ну да. Блин, ну да. Блин, нет, вот тут настоящий такой... Нет, как это сделать? Как сделать лягушачий звук? Нет. Это было? Ну, просто в играх англоязычных всегда лягушек вот так озвучивают. И они типа так говорят. Вот, тут да. Тут да. Вот маленькие вот эти лягушки вот так вот делают. А большие? А вот тут прям настоящий звук такой. Я не буду больше, ты ешь и будут смеяться. Все, больше не осталось. Я пыталась, да, не получается, да, я тоже. Я потом как-нибудь попробую, если у меня получится наедине это сделать. В общем, этот звук наедине с собой. В общем, я потом вам покажу. Сидит Ульяна и квакает за столом, а потом такая так. Какой кошмар. О, вот так тоже. О, вот так можно самый делать. Самый дефолтный точно. Звук, как бы, здорово. Но я все равно не хочу это делать сейчас. А что такое, Ульяна? А что, стесняешься? Да, а что такое? В своем видео стесняешься, Ульяна? Потому что каждый раз у меня получается не так, как хотелось бы. Я вот тебе поквакал. Ты крутой. Ну, конечно, потому что мне нечего стесняться. Я вообще абсолютно открыт, так сказать. Угу, угу. Вот могу даже повторить звук лягушки. Да, это забавно. Похоже? Похоже? Ну, немножко похоже на свинку даже, когда я вот так вот сделала. Алло, какую свинку? Да у меня, не у тебя. А, ладно. Ну что, свинка... Ну да, у свинки такой высокий голос, когда она пищит. А, высокий голос. Как же это звучит смешно. У свинки высокий голос. Ну да, я иногда лапы у собачек и у кошечек говорю. Называю руки. Так что, да. Ну, как бы да, это нормально. Это, ну, они же... Да? О, реально квакает по-настоящему. Вот. Ну, лягушка же, что вы хотели. Да. О, а тут нам показывают собранные лягушки. Так, это у вас... А как? Это где? В смысле, собранные всего? Ну, да, наверное. Которые у меня в пруду сейчас? Нет, которых ты отмыла. Да. А зачем? Отмытые, да. Просто чистые. Так, как бы... Ну, статистика лягушек. Сведения? А, статистика, да. Ну да, типа, знаешь, как перепись населения. Лягушачья перепись. Только те, кто чистые, могут там... Ага. Все хорошо. Переписываться. Дискриминация, если честно. Да, я только хотела сказать. Так не должно быть, как будто бы. Ну как? Ну, может, это одни такие вонючие лягушки? А, это перепись... Ты только закапываешься. Может, это перепись чистых лягушек, действительно. Это просто, это, знаете, это, ну, не всеобщая перепись, это перепись чисто, это бани. Перепись бани. Вот сегодня у нас покупалось 19 лягушек, они такие, и там фото, типа, вот я лягушка, я чистая, покупанная. А может быть, это популяризация мытья лягушек?
Вернее, в общем, вот лягушки, они вообще, они чистоплотные или нет? Не ну, они же, наверное, да. Я на них в воде живут. Ну да. Ну, может, и в болоте. Ты думаешь, они грязные? Ну да, в болоте, вот да. И это получается нужно для того. Это обе хотела сказать. Я просто обе прохожу. И вот это вот мы моем для того, чтобы все остальные лягушки тоже были чистыми, и вот, и все было отлично в мире лягушек. Чудесно. Да. Обожаю я счастливые концовки. Так. Так это же буквально эта игра для лягушек, ты поняла? Да. Обожаю ее. Да. Я умер тоже. Я, блин, так была близка. Ты умер, я видела. Второй раз. Ничего себе. Сказал, елки зеленые, или у меня что-то со слухом? Да, я так сказал. А как надо было сказать? А, да? Ну, да долго, не люблю долго ждать. Да! Ура! У меня X2. Это за обе? Да. Ну, нет, это по приколу. X1, а сейчас X2. Просто сказали, вот, Ульян, ты такая классная, снимаешь видео по нашей игре. Увидели, в прямом эфире увидели. Подождите, а чего X2 денег мне дают? Извини, я немножечко сейчас как-то... Или лягушек. X2 дают денег, да. X2 дают денег. А почему у меня так мало денег? Так вышло. Я же так много лягушек сейчас насобирала. Почему? Намыла. Все, пока. Да. Вот люди отмывают там всякие машины, деньги, а мы лягушек. Деньги внезапно ты кинула. А я еще хотела промолчать. Ну ладно, я промолчала. Ужас. Ло. Так, вы и видео снимаете, давайте разборы какие-то, как правильно, на чем, что происходит, алло. Мы что просто это? Моем лягушек, да. Я не понимаю, да, о чем да, ты говоришь. Да, люди просто делают, ладно, не буду говорить, что они делают. А у вас головастик там сидел? Сидит головастик? Да, сидит. А я думала, он дороже. Дает много денег. Кстати, шестерочку дает, приятно. А я до этого только лягушек мыла. О, головастик! А как ускорить процесс мытья? Явка. Вот за это да головастика уважают в пруду, конечно. На самом деле, я будто бы не вижу. За что ты уважаешь головастика? За то, что он пиявка? Нет, что, господи, Ульян, ну ты если не услышала, Христа ради, просто переспроси. Что ты там себя выдумываешь в голове? Какая-то пиявка. Я сказала про пиявку, и ты сказал, я за это и уважаю головастика. Я поэтому и переспросила. За то, что они умные, потому что они головастики. Все, короче, Ульян, какая у тебя уже глупая лягушка у тебя есть или еще нет? Скажи, пожалуйста. После того, как я сказала шутку про умного головастика, ты решила вот сказать про глупую лягушку. Там следующая это глупая лягушка, здорово. Да, есть, она $100 стоит лягушачьих. $100? Я, нет, я, к сожалению, немного неправильно сделала. Я думала, что... В общем, я копила $100, но у меня были не купленные головастики. А-а-а, я сделала да. ошибку. Я вот, тоже так поэтому... почти сделала. Да. Для чего улучшается пруд? Вот непонятно. Для того, чтобы быстрее он не да, перерабатывались. В смысле не делает? Вообще никак быстрее не делает. Делает быстрее, ты чё? У меня 60 лягушек там лежат, и до сих пор ничего не произошло. Да потому что на следующую давай уже делай. Слушайте, а я только что поняла, я думала, что у меня там сразу все моется. Вернее, ну, в общем... Я думала, что это, в общем, быстрее происходит, а оказывается, у меня в пруду уже 100 маленьких лягушек и 6 головастиков, представляете? Да, да, это и они там ужас. Застряли, да, у меня то же самое. Но я уже купила второе улучшение, надеюсь, это поможет. Пойду пока обе пройду. Блин, следующее улучшение пруда 500, это ого! Очень не очень. Следующее это после 60? Да, да. Ого, ладно. Почему? Я же там прыгнула. Ну что это такое? Некрасиво. Кстати, хочу сказать, довольно интересное обе. Очень необычное. Да, неплохо. Я бы, наверное, отдельно в такую игру бы поиграла. Да. И на телефоне желательно, чтобы, знаешь, это просто... Да. Господи. Жилки-палки. Что тебе не нравится? Вот Ёша, я кстати, Ёша меня булит, потому что я периодически... Вот так, да. Слушайте, ну, Ёша это всегда делает, но... как бы, да. Что ты такое говоришь? Какая репутация сейчас у Ёши. Вообще, да, сейчас начнется опять. Вот такие вещи, вы хоть как-то...
как да, обозначать говори. Шутка, да? Или как? Да. Но ты тоже тогда, в следующий раз, когда скажешь, что мне там 40 лет, ты тоже скажи, что там шутка. Или сколько ты там говорил? 30, не знаю. Вот. Хорошо. В общем, то есть ты... Я сказал, я принял, хорошо говорю. Я рассказываю. Давай, я слушаю. А, мы слушаем. Что у меня... Я люблю играть на телефоне периодически в очень глупые игры всякие, абсолютно глупые игры. Вот как тут глупая лягушка, вот прям в такие игры я играю на телефоне, но они меня заставляют просто успокоиться. Вот просто, знаете, когда ничего... И вот понимаю. Тут мне хотелось бы вот такое же обе тоже на телефоне, чтобы там просто ехала вот так вот, и вот так ага. прыгаешь. А ты булишь меня за игры на телефоне, так нельзя. Она просто... я. Блин, помнишь, во что она играла? Она, у нее есть вот это... Короче, знаешь, вот если вот ребята, если уважаемые телезрители, так скажем, если они могут... Да-да, если они могут там заглянуть в телефон там мамы, типа, ну, во что она, типа, играет, то наверняка то же самое, во что играет Лана, она три в ряд вот эти вот складывает. Так что, круто же! Я всегда угораю прям, когда я это там видел... Просто сидит и такой, и молча такая тык-пык, туда-сюда, туда-сюда. Что-то. Господи, это так смешно. Так занимательно же. Так, когда вот, казалось бы, нечего делать, и что? А что делать? Вот эти вот тик-токи, ваши тик-токи, вот это листать. Я бы лучше в три в ряд поиграла. Я тик-токи не смотрю, между прочим. Ну ладно, хорошо, хорошо. Это потому что у тебя нету. У меня есть, вообще-то, у меня есть все возможности ТикТок смотреть, давайте вот без этого. А подождите, а кто мне недавно скидывал ТикТок? Я просто менял сим-карты, я клянусь, я один раз зашел за этот год, я серьезно, я один раз зашел, это была ошибка, потому что, это была ошибка. Я потом, я залез туда, понимаете, я залез туда, просто с двух ног туда запрыгнул, понимаете, и что, и три часа. Боже мой. Вообще да, тебе нельзя туда заходить. Вообще нельзя, это противопоказано для меня. Слушай, Ульян, а у тебя сколько лягушек уже новых? Ой, сложно сказать, я ушла обе проходить. А помыто, сколько у тебя лягушек помыто, Ульян? Помыто, есть информация? А нет, а как посмотреть? Не надо каламбур только, сейчас просто ответь на вопрос, пожалуйста, я тебя умоляю. Я уже представил, как у нее там вот эти вот, как у нее маленькие эти человечки в голове уже подкидывают угля, чтобы у нее такая так, каламбуры. Каламбуры мои, каламбуры, жабы мои, жабы. Все, пока, это не был каламбур. Просто, а что это было? Просто шуточка. Нет, ну просто сказала по помытому, и я хотела добавить не ходи. Не хожу я по помытому. Ну, это же не каламбур, это просто, ну. Это просто глупая шуточка такая. О! Деньги есть! На улучшение прудика. Отлично, прудик. Прудик. Прудик это типа. Это как, знаешь... Так, ладно, так. Если, пожалуйста, не хочу. На 5 видео в это скатывается, я не могу удержаться. А для чего нужны эти тайкуны? Понимаете, вот в чем проблема. Я объясню. Я ничем не... Я вот как кошка Лана со своими три в ряд. Я ни о чем не думаю, я просто хожу. Отстань от моих игр на телефон. Я их использую, чтобы уснуть. У меня тоже такие игры есть. Так я же вот и говорю, вот я сейчас могу либо уснуть, либо могу вот разговаривать с вами. Понимаете? И у меня вот это вот идет генерация тупых шуток. Все, и поехала сразу. Вы понимаете, я не могу остановиться. Вот вы мне сейчас будете накидывать вот эти вот. Зачем? Всякие вот эти вот какие-то словечки свои. Я буду шутить, вы понимаете, это как в прошлом видео. Ничего не меняется, все будет аналогично, понимаете? Дело в том, что я раскрою сейчас ужасный секрет. Ужасный секрет. Так. Я, когда разговариваю быстро, так. Ну, допустим, я формулирую какое-то предложение, и быстро мне нужно что-то сказать, и иногда я могу неправильно сказать ударение в каком-то слове. И поэтому, когда так. Я сомневаюсь, как правильно говорить какое-то слово, я ставлю его в уменьшительно-ласкательный. Потому что тогда ты точно не ошибешься. Вот, и... Это нормальная практика, кстати. Вообще у меня тоже такое бывает. Получается. Да, но иногда получаются странные какие-то слова. В вещах прудик. Работает. Ну, прудик, ну нормально. А прудик, ну да, у меня такая... Так, а как там сделать ударение в слове пруд? Пруд или пруд? Да нет, нет. Пруда или пруда? Прудик, лучше прудик.
Все, прудик, вот это мое, вот это я придумала. Нет, все правильно. Пользуйтесь лайфхаками, не слушайте. Да, пользуйтесь, очень удобно. Лайфхак хороший, это правда, это рабочая история. Жаль, что это на уроке не спасет. Особенно, если это русский язык. Ну да, я же прям про это и говорю. Я извиняюсь, а у вас уже есть лягушка, которая называется «О законе, которые приходят»? Сейчас будет. Я хочу на нее посмотреть. Да. Нет, подождите, я не знаю, я какую-то купила, но я не знаю, это та или нет. Ульян, сколько у тебя собранных лягушек, скажи? Сколько собранных лягушек? 573. Откуда? У меня 593. А откуда у тебя лягушка «О законе, которые приходят»? А, нет. Это сонная лягушка. Что, обалдели? Она засыпает там будто бы. Я купила... Да блин, как работает эта игра? Почему они ставят так странно, располагают эти кнопки? Почему дешевые кнопки сзади, а... А, они, видишь, они в шахматном будто бы таком слева немножко порядке. Нет, вот в предыдущем тайкуне, где мы мыли рыб, было по-другому, было по-нормальному. Ну да, но тут они так расположены. Тут тоже по-нормальному. Нет, я не считаю это по-нормальному. Вот так. Так а ты по-нормальному считай тогда. По-нормальному, это как удобно мне. Блин, я купила сонную лягушку. А где она? А, вот. Все, пока. Подожди, а где вот эта вот, которая о законе? Она сидит? А, она просто... Какая она? Она там где-то дальше. Она здоровая. Она здоровая посередине сидит. Сейчас я ее куплю. Подождите, вот она. О, ничего себе. А это она типа такая крутая, она пишет закон? Возможно. Она здесь закон. Она не пишет закон. Но она выглядит, кстати, так. Она, знаете, такая... Как закон? Я не знаю. Как должна выглядеть вообще лягушка, которая как закон? Очень так важно. Ты знаешь, огромная жаба, которая сидит такая... Вот это вот такая. Ну, это получается она. Ну, вообще, да, тут огромная жаба есть такая. Но она симпатичная. Я бы не стала называть ее жаба. Особенно, если она действительно имеет отношение к закону. Особенно, если у нее есть власть в городе, в котором ты живешь. Я почему-то представляю... Я сказал, власть в городе, в котором ты живешь, и я почему-то сразу этот Готэм вспомнил, и мне кажется, знаешь, что вот есть, там есть этот пингвин, да, или как он его, кингпин, да, или как он его там, вот, а есть вот эта жаба огромная, то есть, в смысле, максимально уважаемая лягушка, очень красивая, неотразимая, и умная, и еще справедливая, да. Невозмутительная. Что, господи? Невозмутительная, да, пожалуйста, невозмутимая. Держите ее кто-то, чтобы она... Ой, я генератор, вот разные бывают там, генератор случайных чисел, да, а я так. Генератор новых слов. я перепутала, просто добавила «ся» случайно, ну так. Да бывает, Ульян. И ты кто, это лягушка? Дитё, у меня да. Ну что, я раньше говорила великобедрание, поэтому как бы, понимаете, да? Мне казалось, что буква «Д» там нужна. Люди смотрят, ну пожалуйста. Это не единственная моя особенность. Ну что? Ну, бывает. У меня, между прочим... У меня клубничная лягушка есть. Появился, как его зовут? Игра еще такая есть. Какая клубничная? Какая? Какая игра? Ну, конфеты он ест. А ам-ням. Это Улан, это Улан, спросите. Я тоже люблю эту игру. Все, пока. Классная конфеты игра есть. Вообще-то. Конфеты? Да. Я не он понимаю, ест конфеты, ам-ням. Конфеты. Там надо проходить головоломку так, чтобы он съел конфету. Да. Ты что? Чего вы говорите? Что? Я не понимаю. Я уверена, что даже подписчики знают эту игру. Конечно. Я не понимаю, о чем вы говорите. Объясните, что за игра. Ам-ням. Да, ням. Я ни разу в это не играл, не знаю даже, что это. Да, я только видел мемы с ним. Погугли. Но это опять же, либо для... Ладно. Ульян, давай мы не будем с ним записывать. Давай удалим Лёшу из беседы. Давай. Не выгнать меня так просто, я админ в Дискорде тоже, я вас найду везде. А мы разве нет, мы тоже? Ну вы меня удалите, мало того, что админ, я еще и овнер. Кстати, это правда, они могут. Они меня слышать не будут, но зрители все равно будут меня слышать, как бы. Поэтому в целом я доволен. Я буду пакости всякие говорить, а вы не будете слышать, вот так. Я который раз уже пытаюсь сказать, что... Так. Про лягушку хотела я сказать, которую я назвала сначала ам-нямом, потом мне показалось, что это лягушка-доктор.
Лягушка-доктор. Потому что у нее там какой-то инструмент, молоточек, знаете, как у неврологов. Знаю. Это кого ты построила уже? А я не знаю, кого-то там... А, рабочая, все, поняла. Это рабочая лягушка, это все-таки не доктор. Хотя доктор же, ну, работает, правильно? Это его работа. Ну да. Да, Ульяна, действительно. Только не молотком, наверное, Ну да. Ну кто-то молотком тоже из докторов работает. О, да, есть такой, да. Вообще Ульяна сразу сказала про такого врача, если что, ладно. Вообще, да. Вообще, да, сразу, ну, как бы можно почувствовать человека, который не участвует, как бы, в видео, не заинтересован, скажем так, в обсуждении. Ну, да, опустим, конечно. Все, хватит. Не, или Ульян, я еще, ну, вообще, ладно, на самом-то деле, я извиняюсь, знаешь, потому что тут еще надо делать скидку на возраст. Да, блин. Извините, ради бога. Это было слишком предсказуемо. Ну ты посмеялась, согласна. Ты посмеялась. Ну потому что я ждала этого. Я уже думаю, сейчас я буду смеяться. Вот сейчас я буду смеяться. Ну так нормально. А понимаешь, если я не буду смеяться, то в какой-то момент подумают, что ты меня реально булишь, и все. И будут уже тебя... Ну я никогда не хочу... Никогда не хочу зла никому, понятно? Я добряк, я хочу... Хочу делать так, чтобы всем было весело. Вот. А, подожди, тоже. Объясни, а как ты так быстро так клубничную лягушку? А я просто получил. Не всех по порядку покупаю. А я тоже это стала делать. Я купила вот ядовитую. И она вообще, я хочу сказать, не похожа на лягушку. Да. А это какое-то, ну. На кого похоже? Какое-то существо. Это какой-то камень. На кого камень. Похоже, по-твоему? Ну, это камень, какой-то камень-король, смотрите. Это звучит как. Я клянусь, это звучит как взгляд опять снизу. Ну вот это... Вот, на что похоже лягушка? Ну, это камень, как будто он с короной. Это буквально Ульяна, вот этот чел, который самый мемный, это Ульяна, если кто не понял. И здесь какие-то звуки. Да, так и есть. Ну, посмотрите, ну, он действительно не похож на лягушку. Ну, где же эта лягушка? Блин, вот а даже чего этот вы не посмеялись? Вот строитель Ульян. Тоже похож на лягушку. Что, я посмеялась? А ты взгляд снизу, ты что, не оценила, типа, что такое я взгляд нет, снизу? Я посмеялась. Ты помнишь эту историю вообще? Я просто так давно его видел. Я точно не помню, про какой ты момент говоришь, но я, в принципе... Нет, просто само шоу, да-да-да. Конечно, да. Сама рубрика, точнее. Знаете, мне кажется, иногда вот эти наши видео, помимо каламбуров и каких-то воспоминаний и отсылок, еще состоят из... А что ты не посмеялась? А ты посмеялась? А почему? Чего ты смеетесь? А ты смеешься или нет? Я не понимаю. Я не слышу, ты посмеялась. Или там приходится объяснять шутку. Чувствую меня. Нет, типа, это такая, типа, нет. Я бы следующий мой вопрос, а почему? Объяснись, ну, типа, это не смешно. Уже какие-то разборки уже, и лягушки не нужны нам. Почему ты не поняла мою шутку? Почему ты? Что ты не посмеялась, я не понял? Ты меня не уважаешь, или что такое? Ты не уважаешь меня? Ты мой юмор не уважаешь, Ульяна? Ну, давай. Потолкуем с тобой об этом. По опасной дороге мы идем. Слиппери слоп, так сказать. Я хочу сказать, что это сложный тайкун. Да, сложнее лягушек мыть, чем рыб, определенно. Сложнее, да, кстати, реально сложнее. Возможно, потому что они вскоре... Хотя рыбы же тоже скользят. А кого, как ты думаешь, кого сложнее, Ульян, голыми руками поймать? Ловить? Лягушку или... Господи, да слушай, ты меня, пожалуйста. Мыть, ловить, разговаривать, да? Разговаривать? С кем сложнее? Ну, вообще с лягушками, конечно, потому что я говорила с рыбами. С рыбами хорошо говорить, удобно. Сколько раз, посчитайте, ребят, сколько раз я попрощалась с Ёшей. Я уже говорила, до свидания, ну все, пока, до свидания, до свидания. Не, вы знаете, у них, я не знаю, ребят, клянусь, ребята, мои любимые ребята, которые смотрят видео, вы послушайте, пожалуйста, ребята. А вы не слушайте, я про вас буду сейчас нажаловаться на вас. Короче, да вы-то кого, куда там вы? Это вот, ребята, видимо. Так вот, они не могут, я не знаю, у них нет стопа, они не могут дослушать. Они, я что-то говорю, и они такие, они не могут, они не умеют. Я говорю, подождите, я скажу нормально мысль свою. Ну, нет такого, что я там, не знаю, как-то медленно говорю, или что такое. Я просто говорю обычным темпом. И они такие,
Я не знаю, что с ними. Ну, хорошо, мы не будем тыкать пальцем. Все, я не хочу. Все, заканчиваем видео. Я ухожу, если мы не заканчиваем, я сам ухожу. Как в прошлый раз. Я уже хотела закончить до того, как ты начал говорить, но так не вышло. В общем, да, ребят. Конечно. Наверное, мы будем заканчивать это видео. Зачем меня уважать? Подумаешь, между прочим, мы уважаем друг друга. Вот так. Очень серьезно, на самом-то деле, под конец видео такой: мы уважаем друг друга. Да, конечно. Такой, а серьезным голосом, громко, да. Четко, чтобы все слышали. Да. Мне кажется, мне, знаешь, это, на самом-то деле это не работает, потому что там буквально, знаешь, мне там на тайминге, там, допустим, 9 минут, да, там какая-то информация, на тайминге в 7 минут эту информацию типа спрашивают. То есть буквально подожди, буквально чуть-чуть. Вот так вот и тут. Да, Ульян, да. Конечно, вам слово. Спасибо, Йоши. Итак, ты точно не хочешь ничего больше сказать? Я тебя послушаю с удовольствием. Я кто, по-твоему? Что, я уже... Все, говорун, понятно. Да. Птица. Ладно, нет, ну что ты. Да. Так вот, очень много здесь осталось лягушек, которые нужно помыть, которых нужно помыть. В общем, возможно, мы займемся этим в следующий раз. А на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.